Музы вдохновения вручили железногорским работникам культуры. Единственная золотая муза досталась директору школы искусств Владимиру Ковальчуку. Дипломантами в номинации «Серебряная муза» стали 8 человек. Среди них заведующая зоосадом Ирина Рукосуева, заведующая филиалом музейно-выставочного центра в Подгорном Лилия Чернявская, заместитель руководителя управления культуры Алексей Полевин. Еще 7 вручили приз «Признание» за помощь в развитии культурной жизни города.